Доброе утро. Сегодня суббота, и мы с вами на Петровке, на барахолке. Приступаем к поиску сокровищ. Какой красивый кофейный сервиз. Старинный орехокол. Козочки, смотрите, я вам две ложечки, это троянда. Она намного дороже. Вот жульенница, какая интересная, мельхиоровая. Буду снимать то, что получится. Потому что сегодня на меня набросился один продавец с криками, как надоели эти блогеры, уже спасения от них нету. И не дал, очень агрессивно, не дал снимать. Сколько такая вазочка? 100 гривен. Этот набор сейчас 2500 редко встречается. А есть у него того есть, но забыл. 100 гривен без крышки рыбка. Не надо. А набор вот этот мельхиоровый. Ножи по 100. Много красивой керамики. Просто мы добывает каждую субботу, а последний раз месяц. А вот это сколько стоит такая штучка? 200 гривен, да. Цены, конечно. Пара 300. Красивая подставка для цветов. 50. Здрасте. Да, мы у вас покупали в прошлый раз. Смотрю сейчас, что новенького. Семь пять один. А я говорю, 7, 5, 7. Давайте молиться будешь. Да, давайте будем молиться. Я вас не пугаю. Здрасте. А почем такие чашечки? А, это наборчик. Сколько стоит? Наборчик 300 гривен. Бывает, помимо.
Шары кремлевские. Колоритная картиночка. Остановились, там вот заново началось. Ну, может выбрать, из всех выбрать, только один надо. Пятьдесят я их продавала. Это альпака. Какая кружевная крутая подставка под утюг. Красивое старое стекло. Видно, что старенькое и без клейма. Там что у нас тут? А єдине пиво, це єдиний напій, який можна пити. Какой интересный фужер, я еще такого не видела. Это кто-то переводные картинки сделал. Это не переводные картинки, кто-то сделал, это Чехословакия выпускала. Серьезно? С такими дамами? С такими дамами. Боже, как интересно. Класс, очень интересно. Все блинки разбились, остались одни блинки. Из дерева вазочка. Куколь. С ручкой. Ну, это ваш размер, я на себя брал. А сколько такое блюдо, вот это вот, в конфетнице? 150 гривен? Знаешь, ну, снимаю вашу красоту. Это у нас коростень, да, вот это? Да, да. А такой наборчик сколько стоит? 650. А вот этот чайничек такой, самоварчик, он, да? 650. Там все есть к нему. Недорого, да? Боже, вот это у нас задавило. Красивые, такие по 20 гривен, мелкие по 15. Ну, маленькие, это хотели. А вот то... 70 гривен. А что-то у вас в коробке? Ну,
только 205, только еще белорусы. Всех благодарю за просмотр и буду очень благодарна за подписку. Это стимулирует того, чтобы снимать видео, особенно сейчас в этих условиях, в которых мы живем. До свидания, до новых встреч. Нет такого народа.